Привитус Амигос продолжается Bloodborne. Лучшая игра последних 10 лет по версии журнала «Унылый ДЦПшник». Значит, я, честно говоря, немножко тут рашнул. Открыл себе этот быстрый проход. Вот, нашел вот эти шмотки. Ну, шмотки как шмотки, они, как обычно, в этой игре мало чем друг от друга отличаются. Какая разница, в чем пиздюли получать, как бы. Вот, и... Я пытался записать вот эти свои кульбиты. Я завалил здесь чувака, короче, который тут стоял, что-то говорил с него, лук выпал. Просто запись крашнулась, ебаный ОБС вылетел, я, блин, проебал минут 20. Но знаете, что я расхваливал игру разными словами, пока тут прыгал, совершал различные кувырки. Я зашел опять в эту пещеру к тому ебаному пулеметчику, и там просто пиздец, что происходит. Там такая толпа мобов, и лежит какой-то обоссанный, обосранный лут на полу, типа заточки там эти всякие разные. Короче, ничего такого супер примечательного в той пещере. А, ну да, и какая-то ебанина там ходит неплохая. Ну, давайте сходим еще раз, глянем, что там есть. Естественно, я не буду драться с этими, блядь, мешконосцами, потому что... Ебаный в рот. Потому что, блядь, они слишком мало дамага получают, слишком, блядь, резко они наносят свои ебаные удары. Испытал я рев чудовища, здесь вот этот очень полезная вещь, она может откинуть, ну, как и пистолет. Пистолет может парировать каждого 10-го моба. И то, точно так же рев чудовища некоторых может откидывать. Вот. Понять, кого именно может откидывать это говно, а кого не может, может только опытным путем. Получая пиздюлей на каждом шагу. Вот. Поэтому надежды на эту хуйню никакой нету. Вот этого охотника она не может откинуть, например. Смотрите, вот я подхожу. А, надо совсем рядом стоять. Очень, очень, очень толковая штука, рев чудовища, помогает спамить этих пидорасов. Они вообще ничего-то не могут сделать. Единственное, что пули быстро расходуются. Но даже если спамить, то пули кончатся раньше, чем я смогу его убить, потому что дамаг окончательно меня покинул, я вообще нихуя не наношу. Вон, видите, что тут ходит, хуйня какая-то. Длань амигдалы какая-то выпала, хуйня. Я не помню, кто такая амигдала, блядь. А, это же Ктулху. Вот, ходят тут эти все чупакабры, все тут нормально. Ну, короче, блядь, смысла драться со всеми я вообще тут не вижу. Я просто все спиздил и дальше пошел нахуй тут устраивать, блядь, этот фарм ебаный. Здесь что, блядь, линейдж, что ли? Я что тут буду фармить мобов? Да нахуй, тут, блядь... Пачкой в 3 человека с хиллером, блядь, и бафером надо ходить, чтобы зачистить это говнище, потому что топор, который, блядь, назвали имбооружием, который я точил всю игру, он просто вообще ничего не наносит, нахуй он мне нужен. Острый лук Саймона я выбил с какого-то, блядь, оборванца ебаного, который опять там какую-то хуйню толкал, типа про сюжет, что там что-то безумие, ля-ля-ля, безумие, блядь, пришлось ему пизды дать, короче. Вот, тайная атака есть у длани амигдалы, давайте посмотрим, что это, блядь, за хуета вообще. Ну, пиздец, как обычно. О, ебать, это зуб дракона местный. Так, подожди, не та кнопка. Она раскладывается в охуенную косу, блядь, и стягает каким-то членом, блядь, не вставшим. Да, пушка, огонь, но, к сожалению, я уже заточил танитрус, заточил секиру, поэтому в жопу мне эта длань амигдалы не уперлась. Все эти новые пушки я... Она что, я не понял, у меня здоровье отняла кусочек, что ли? Или у меня было неполное? Опа! Опчки! Опачки, опачки! Поцелуйте меня в попочки! Пошли в жопу, твари! Дорогу, блядь! Пошли нахуй! Вот, пошла в пизду с дороги, тварь! Вот! Вот это я, на самом деле, не туда свернул. Кто-то там истерично пытается в меня стрелять, блядь, Дантес хуев. Я что хочу? Я хочу, блин, пойти себе восстановить количество пуль, потому что да нахуй оно нужно с другой стороны, и так пойдет. Один хуй, я тут ни с кем драться не собираюсь. Так, и теперь надо пойти налево, короче, в проход. И, естественно, здесь продолжают выставлять просто прорву этих ебаных. Пошли нахуй. Штаны констебля, вот, это мой новый сет констебля, вон там есть какая-то щель, но туда нельзя пройти. А, вот, да, рев чудовища это классная штука, она, блядь, помогает проходить эту игру.
продолжаем обшториваться всякими уколами. Сет Констебля, ну, как я сказал, он хуже, чем штаны старого охотника, несмотря на то, что выпал позднее. Но в этой игре, в принципе, вещи, броня не важна. Вы опиздюлитесь в любых шмотках, что бы на вас там не было одето. Вот на первый взгляд, кажется, что по этой колонии можно подняться, да? Но хуй там плавал, как мы видим, что на самом деле это просто декор. Ссаные вороны нам не помеха, дробь в жопу нас не остановит. Даже дважды выпущенная. По лестнице мобы лазить, слава богу, вроде как не умеют. Где? Где? Так, идем дальше. Вот, какой-то лут светится. Но этот лут охраняет один местный пидерок, блять. Вон он стоит где-то тут. И этого товарища хуй убьешь. У него, как я понимаю, на вооружении пила. Но мой герой этой пилой так не размахивал. О, блять, крикнул он. Цифра дамага, которую я наношу, в принципе, огромна. Но ему почему-то похую. Вы видите, он с какой поносной резкостью тут носится, блядь. Наконец-то мы его, блядь. Чё у него там? Пузырьки крови. Лучше бы мне пушку его отдали. А, вот он, паразит. Паразит X1, чё это такое, блядь. Источник человеческой скверны. Напоминающее многоножку существо, которое нашли охотники Лиги. Паразиты являются результатом человеческой безнравственности и источником их скверны и видны только взору союзников Лиги. Задачей Лиги является их полное уничтожение. Быть может, их безумие милосердно. Те, кто хочет видеть паразитов, их видят. Те, кто решается на это добровольно, получают в жизни новую цель. А, давай. Что-то изменилось? По-моему, нет. Ну, не знаю. В этой игре вообще хуй поймешь, что для чего нужно. О, Саиф, охотника на чудовищ. Это то, чем он меня опиздюливал тут, да? Саиф, охотника на чудовищ, имеет, блядь, такую же уебанскую атаку, как и любое другое оружие в этой игре. 90. И чем вообще он, блядь, отличается от раскладной пилы? Вот так он меня и хуярил вот этой. А, первая атака у него вон какая вообще, с подлетом. Ну, это понятно. Ну, короче говоря, это мало чем отличается от пила-топор. Это просто увеличенный пила-топор, я бы так сказал. С немножко другим мувсетом. Разнообразие оружия продолжает радовать в этой игре. Спасибо, что хотя бы, блядь, такое есть. Вот, вот он, типа удар, типа мощный, да, такой, типа бух, блядь, а на самом деле 80 дамага. Да, мир Bloodborne жесток. Хорошего оружия в нем нет, видимо. И даже прыжок, падение с высоты, блядь, оно как бы не должно было бы, казалось бы, сваншотить. Даже в Bloodborne игре не менее жестокой к игроку такие падения с высоты ваншотили. Но в Bloodborne это, блядь, он там стоит. Что же делать? Неужели мне придется с ним драться? Нет, конечно же нет. Что, я ёбнутый, что ли? Пошел нахуй отсюда. А, все, видите, видите, он не от... Вот он, со второго замеса от... я его отбросить все-таки сумел. Непонятно как, но горизонтальным ударом он попал по мне, хотя я был, блядь, в два раза выше его по уровню. На горизонтальной местности я уже практически на лестницу залез. Он внизу маханул и нанес мне дамага. Так, и здесь какой-то бассейн. Очередной бассейн с месячными. С кровищей, с говнищей. Это арена босса. Я бля буду, что это арена, а вон и страж арена. Нет, это обычный. Нет, это не обычный, это очень сильный моб, блядь. Я его в прошлый раз охотнику скормил. Потому что драться с ним просто, блядь. Ничего себе у него. Я хочу такое же ружьишко.
Знание безумца – самое бесполезное дерьмо, которое можно найти в этой игре, блядь, в виде лута. Если вас интересует, чтобы игра стала сложнее, блядь, подбирайте знание безумца, но игра сложна и без этого, и знание безумца, блядь, как бы... Что это такое, стучится в ворота? А, блядь, смотрите, они ожили все. Блять, я привлек внимание птиц. Он без кожи и мяса, но жив. Прервем же его страдания. И откуда-то у него были пузырьки крови. Видимо, он хранил их в своей заднице, черт побери. Так, снова лечимся. Снова, то есть, где крафтим пули. Хилимся. Что же еще надо для счастья? Камешек. Один камешек. Я слышу тебя, блядь, мелкая мразь. Шлепает там. Воспаленный глаз. Смотрите, смотрите, они встают. Вот это красиво сделано. В какой-нибудь другой игре я бы восхищался этим больше. Так, у меня 17 тысяч душ, но это абсолютное полное говно. Но это уже... Я, блядь, левое яичко даю на ампутацию, что это арена босса, блядь. О, смотри, очередной высерок просит ему помочь. Помочь им. Безобразное чудовище. Грядет великий ужас. И что это за уебище такое? Ну, очередная вариация на тему. Людвиг проклятый идет. Хуя минотавр. Ну, опять куча глаз, блядь, лохмотья, типа собака, наверное, и глаза завязаны. Да, это очередная вариация на тему, блядь, собакоподобного уебища. Здесь все боссы похожи на одного в основном. Видел одного, блядь, видел почти всех. Не, мужики, сами разбирайтесь со своим Людвигом. Чё-то, блядь, он мне вообще не нравится. По-моему, он сейчас будет рвать мою сраку, блядь. А может, и я ему жопу порву, блядь. Посмотрим, чья магия сильнее. Ублюдочный говноед, блядь. Меси глину, тварь. Я ему пытаюсь копыта подсечь, но... Сука, я забыл, как переключать фонарик. А, вот он. Я думаю, что Авгур и Брейтоса тут пополезнее немножко будет. Не знаю, нахуя он мне, но он хоть единственный дамаг наносит. На, под лошадиную жопу, блядь. Блядь, ничего себе. Боднул, ебать колотить. Слышишь, а лечиться-то когда? Заебанец ты, блядь, рваный. Охуенно. Почему никто не сказал, что игру очень-очень плохо слышно по сравнению с моим голосом? Непонятно. Стесняются, что ли? Или, может, у меня только так? Я, короче, на всякий случай звуки игры прибавил. И да, хочу сказать, что, несмотря на то, что... На весь мой негатив к этой игре, я рад, что я наконец-то дошел до нового босса. Босс, блядь, пиздить боссов мне нравится. Это единственное, что мне нравится в этой игре. Потому что, блядь, фармить обычных мобов бесконечных, которых в этой игре слишком дохуя понаставлено, блядь, вообще неинтересно. Блядь, ну я же кувыркнулся. Да, что-то он какой-то ебанутый немножко, блядь. Скозложоп ебаный, блядь. Понятно, пытаться отжать у него обратно свои души, блядь, бесполезное занятие. Откуда эта бабка постоянно выбегает? Почему я, блядь, не вижу никогда? 255 дамага. Видал я уроны побольше, а теперь вообще нихуя. У него что, опять одно уязвимое место где-то, блядь? Ой, ладно, он как прыгнет, так задевает, что ли? Заебал.
как он содрогнулся, когда ему в очко, блядь, алебарду вогнал, а? Я сомневаюсь, что этого босса можно запарировать из пистолетика, поэтому, блядь, даже пытаться не хочу. У него неужели нет удара задними копытцами? Он так просится ему. А лошадка-то кусачая, блядь. Своей корявой пастью она еще и кусать пытается. А, вот и удар жопой, блядь, у него. Ну это вообще пиздец. Идем на сближение, получаем пизды. Бьем в ответочку. Охуеваем от того, что он делает, блядь. Он сблеванул. Блядь, вот этот удар был вообще классный. Который я нанес. Не думайте, что я ему, блядь, комплименты за удары делаю. Ты с Малафьёй-то своей потише, блядь, ага. Я что-то недоволен, блядь. А это что такое? Вообще хуй поймешь, что он вытворяет, блядь. Круто, я струю подобрал, блядь. Малафья полилась, а короче, что-то у него, блядь. Блядь, отстойник ебаный не достал. От этого вообще есть как-то увернуться-то? У него там сзади что-то из жопы, блядь, болтается, по-моему. О, на косарик зашло. А что это такое? Куда он делся-то? Ёбаный в рот. Он еще и улетает, нахуй, на луну куда-то. Пузырек крови на арене с боссом. Вы серьезно, блядь? Я ради этого сдох? Ради пузырька крови? Да, ебать. На самом деле, сложность поединка с этим боссом заключается либо в мизерном дамаге, который наносит ему герой, хотя, судя по цифрам, дамаг иногда нормальный, либо в том, что этот босс слишком живучий. Вот в Dark Souls боссы делились на две категории. Либо слишком подвижные, либо слишком живучие. Там не было таких мобов, которые... боссов, которые и двигались бы быстро, и жили бы дохуя. Вспомните драконов, каламитов, они же не были там супербыстрыми, а здесь, блядь, есть. Я не говорю о том, что я должен за три удара его убить, но, блядь. Вы видите, да, сколько колотушка ему наносит? Вообще, блядь, ничего практически. Может, он от огня уязвим? А может и нет. Может, он ни от чего, блядь, не уязвим. Ну вот этот бросок, блядь, у него вообще нахуй лишний, блядь. Ваншотный ебаный бросок. Пиздец. Наверное, блядь, долго такого босса придумывали. Это у него меч еще на горбу, вот этот, который говорили, что он убер. Ну, блядь, к огню у него, как и к электричеству, блядь, абсолютно то же самое. 200 дамага, пиздец. Это вообще нахуй не урон. А со мной еще спорят, говорят, что типа, блядь, этот молот не говно, что молот заебись. Только он медленный и уебищный, а так охуенный. Но он как Т-80, блядь. Надо было молот так и назвать. Очень жаль, что высокоуровневые заточки для оружия в этой игре приравнены к какому-то раритету, я просто не могу сменить этот дрын на какой-нибудь другой, с чем возможно мне было бы удобнее играть. Мне кажется, что в Дарке все-таки с точками как-то, блядь, было щедрее, что ли, падало. Я хотел поиграть с этим луком, но не могу его заточить, потому что нету точки для пухи, хотя...
Я смотрю на это и понимаю, что у меня есть, в принципе, два одинаковых осколка самоцвета, но, блядь. А чё ж тогда лук тогда не заточился? Ладно, похеру. На плюс 9 все равно нету кусков. Жаль. Так, я чё хотел-то? Я хотел попытаться намазать свой топор огнем. Может быть, на это как-то. О, блядь, молнии-то до хера. Усиливающие ртутные пули. Рубите врагов. У меня есть только три кинжала. Отравить босса не поможет. Ни отравленный нож, ни, блядь, не знаю. Ни скорпиона, жало, йоу, блядь. Давай огненной бумагой потрем свою жопу. Может, тогда, блядь, прытким будешь ты, блядь, как хуй знает. Как Людвиг. Да, хуй Людвиг. Вообще дамага нет. Возможно, что, сука, надо бить ему по еблу, тогда он дамаг нормальный будет хавать. Блять. Хорош, хорош, завязывай. Блять, вот этот с левой был, как у Кличко прям. Заебись, я перекатился. А как мне, блядь, посмотреть, куда он летит? Пиздануться, блядь, ну и уебище. Между последней попыткой убить босса и предпоследней, честно говоря, прошло несколько часов, потому что, блядь, мне надоело просто. Я бы рад пытаться убить этого босса, но, блядь, очень далеко здесь бегать. Вот в Dark Souls и догадались поставить костры у особенно сильных боссов, недалеко от них там, а особенно сильными боссами там посчитали обладателей великих душ. То есть, если у босса великая душа, то он силен, естественно, сильнее, чем обычная рядовая хуйня. И поэтому там всегда рядом где-то стоял костер. Блять, посмотрите, как далеко мне надо бегать к этому ебаному Людвигу в этой, блядь, замечательной игре. Это полный пиздец. То есть я, типа, каждый раз буду убивать, нахуй, вот эту манду, которая своей, блядь, распухшей жопой пытается заткнуть этот проход, блядь. Собаку вот эту ебучую и ее подружку, блядь. Молчу про этого, про этих ворон и вот этого пидора, который попадает по мне, по моей жопе, хотя, блядь, ему ее уже не видно, нахуй, смотри, блядь, стигает, видишь ты, блядь, разошелся. Блин, полное вообще, блядь, бородище. Просто хуяк две аптечки на ровном месте, а если бы я с ними дрался, тогда, блядь, аптечек ушло бы 10. Ну, вот этот чувак с пушкой, он, конечно, приколен, блядь, и стреляет разрывными, сука, блядь. Мне бы такую хуйню. Мне бы такую пушку, блядь, я бы этого Людвига давно уже вынес нахер из этой локации. Ура, я снова добежал. Видите, да, сколько времени проходит на этот забег? Раз, 5 минут, два, 5 минут, еще 5 минут, блядь, потом снова 5 минут. Глючный ебаный кувырок. Писали, что самые сильные боссы в DLC, блядь. Или в чашах. Интересно, что за босс тогда, блядь, в конце, ёб твою мать. Он просто пидорас, не дает мне лечиться. Опять он это сделал. Ой, блядь, Людвиг проклятый. Или проклятый. Да. Ну, такой дамаг, блядь, наносит мой главный герой, который, я глядя на этот дамаг, понимаю, что мне как бы делать-то тут и нехуй, блядь, с этим боссом. Я то ли рано сюда пришел, то ли поздно, блядь. Вообще нихуя не понимаю, как его пиздить, блядь. С таким дамагом это
Просто 3 часа какой-то ебаной битвы должно быть, блять, я не знаю. Может быть, здесь нахуй расчет идет на мультиплей, я хуй его знает, блять. Но обычно, когда ты один, ты бьешь сильнее, но... Да, блять. Чё-то я не вижу силы, блять, каких-то ударов, хотя этот топор... Сука, я точил с начала игры, блять. Хули толку от него? Хули толку от него? Точи, не точи, топор-то говно, сука. Так. Совершенствовать оружие. Вот, острый лук Саймона. Блять, мне не хватало душ, а не заточек. Я что-то тупанул. Нихуево. Разочек. Так, а если я теперь в него вставлю еще и самоцвет пиздачий какой-нибудь интересный. Звездный. Где-то у меня уже был звездный самоцвет. Нет, не здесь. И не здесь. Так. 75. 74. 79. Вот, наверное. Кровавая атака. Это что, выстрел? Это же лук. Он должен стрелять. 96. 136. 136. Вот что я, блядь, сумел сделать с этим куском. Плюс 7. У меня острый лук, и плюс 8 у меня топор. Ну, топор 170 плюс 170, а острый лук 136 плюс 192. Блять, не 190, а плюс просто 92. Я просто в ахуе, что за, блять, оружие в этой... Кому интересно, могу показать, как он стреляет. Это, конечно, пиздец. И мало кого впечатляет, блять. Почему я... Надо завязывать слушать Орлушу. Ай, бля. Ну, сейчас еще раз он попробую, блядь. Если никак, то я пойду дальше игру проходить, а потом, блядь, в конце или после прохождения уже вернусь в DLC. И Людвига трехну. Потому что, блядь, я ебал. Он ваншотит, а я нихуя. Ну, чё это за бой, блядь? Не бой, а хуйня. Так, надо на ком-нибудь испытать. Вот, чисто для сравнения. Как лук. Как он, блядь, вообще делает лук из этой хуйни? Ага. Лезвия раскладываются в разные стороны. Ебать. А, в спину попал. Ну, 99 за выстрел. Конечно. Провал. То, блять, я его топором убиваю с двух ударов. Почему же атака луком настолько бездарна? 236 по этому дяде. По бомжу 266 луком. Блять, а топором? Хуй его знает. Сейчас посмотрим. Ой, ебать, эта хуйня приползла. И... А, 366 топором, блядь. Интересно, и что же, блядь, делает кровавая атака? Смотрит 6 кровавой атаки, блядь. Вам не кажется, что это должно просто рвать, блядь, боссом сраку? Ну, любимое оружие Саймона, одно из первых охотников церкви исцеления, презирал огнестрельное оружие. Поэтому, блядь, его все считали долбоебом. На Саймон смеялись, блядь. Как мне почитать про свойства этой хуйни? Показать, переключить, надеть, снять. Я просто в шоке, ёб твою мать. Ну и, блядь. Ну и хуйня. Да. С этим... Кто-то мне говорил, что лук нагибает, блядь. 235. О, блядь, нихуя ты замахнулся. Да заебал ты, блядь. На...
Ну, потому что у топора, видимо, наверное, скейлы, блядь, от силы, а здесь от ловкости и, блядь, этой непонятной дырки в жопе, блядь. Причем от дырки в жопе дамаг не, у этого оружия нихуя не прибавляется. Ну, это, видимо, дамаг выстрела, да? Для выстрела надо прокачивать. C and D. Здесь просто от ловкости A. И D, блядь, от звездочка. Блядь, вот если почитать, вот что значит кровавая атака? Она, блядь, кровотечение делает или что? Что с ней делать-то? Нет, он машет быстро, базара, блядь, нету. Это верняк. Раз, два, три. А здесь? Ну, блядь, ну не настолько же быстро, чтобы так мало дамага-то наносить, ёбаный компот. Может, самоцвет из него выкрутить? Да иди ты нахуй, ёпта, каракатица, ёб твою мать. Но это не страшно, что я приду к боссу практически без аптечек, потому что, блядь, он все равно ваншотит. Ах, посракушки. Здесь что-то эта лесенка, падение с высоты вообще нахуй не нужно. А что тут вот этот охраняет, интересно? Ебать! Там что-то, наверное, очень невъебенное. Сука, он заебал, он тополями, блядь, стреляет, наверное, для ракетами, ебать. О, а тут сет. За этот сет мне сейчас, походу, блядь, пизды дадут. Сет мясника, блядь, защиты вообще нихуя. Соточка от огня. Похеру. Давайте что-нибудь новое поносим хоть. Такие штаны мясника за ту самую... А, нет, не самую. Констебля. Констебля и то лучше, бля. Но зато, сука, стильная маска тут. Да, очень стильная маска. Был констебль, стал пидорас. Этот мистер мазохист, сука. Хуй тебе, понял, блядь. Кстати, лук почему-то тоже нельзя раковины фантома натереть, наканифолить. Но я догадываюсь, почему. Потому что, наверное, кровавая, блядь, атака, она тоже типа это пиздата. Считается, как будто это доп урон, но это нихуя не доп урон, блядь. В общем, нихуя не делает, если честно. Что-то не вижу, чтобы босс начал истекать, блядь, кровью. Непонятно, каким хуем я отпрыгнул в сторону, блядь. Но от вот этой хуйни спаса просто никакого. Происходит, нихуя не понимаю, блять, и не вижу. Надо по на звук драться, блять, когда она вяжет, значит она прыгает, блять. Так, я отрезал этой шлюхи ногу, кажется, нет? Хотя нет, ему похуй. Началось, блядь.
Немного стало, по-моему, получше, блядь, получаться. Пока меня, блядь, не прижало к стене и не трахнуло это ебаное существо, блядь. Ну и, конечно же, она начала читовать своим ебаным прыжком, блядь. Чтобы она не прыгала, надо, блядь, с ним рядом, видимо, держаться. И стараться его пиздить по разным лапам. Ну, вот это был облом. Ну, беспроигрышный вариант стать жопой к стенке и начать поливать, блядь, своими слюнями во все стороны. Нет, я не буду с ним нахуй драться, я ебал его в рот, блядь. Пока я нахуй не найду какое-то адекватное, блядь, оружие, или когда мой дамаг нахуй не достигнет уровня, блядь, атаки Супермена справа, и я хуй знает. Но, блядь, когда ты ему наносишь 80 ударов и сносишь, блядь, этим самым только 10% его здоровья, блядь, это верный признак, что либо босс хуйня, либо вся игра хуйня, либо разработчик хуёв пересосал, когда, блядь, решил такую хуйню делать. Но это ебанатство, нахуй. Я могу, блядь, прыгать от него 2 минуты и бить, но, блядь, если он от этого времени не сдохнет, рано или поздно я ошибусь, он меня прикончит. Босс, блядь, драка с боссом 10-минутная не была у меня, блядь, вообще нахуй никогда. А здесь все идет и к этому, блядь. Что быстрее его просто не убить, нихуя. Все, пиздец, у меня и на аптечке, нахуй. Средства закончились, блядь. И нихуя ничего. Вообще идеально. Окей. Так. Где я там остановился? Черный замок какой-то, блядь. Да, ну и меч все равно, блядь, говнище ебаное. Дамаг у него просто, блядь, вообще никакой. Даже если бы я всю игру ловкость прокачивал, то, по-моему, первая пушка, у которой, блядь, скейл от ловкости выпала под конец игры, блядь, хуен. До этого все на силу валилось в конце игры. Вспомнили, что и ловкость в этой игре тоже есть, надо что-нибудь на ловкость выбросить. Вообще, я теперь понял, почему говорят, что здесь все пушки имбовые, потому что они, блядь, все одинаковые, по сути. Начинается атака от 90, блядь, урон. И, блядь, хоть ты что делай, хоть, ну, блядь, у них в конце тоже у всех все одинаково будет, походу. Скейл, главное, блядь, угадать, от ловкости, от силы там изменится. Причем сразу было заметно, что DLC-шка ебанутая, кстати. Зря она мне, блядь, сразу не по... 96 вы врубаетесь, блядь? То есть топор ебашит в два раза сильнее. Чтобы быть наравне, меч должен махать в два раза быстрее тогда. У них есть разница в скорости в два раза? Нет. А в дамаге разница есть. При этом, блядь, топор плюс, 7, плюс 8, а лук плюс 7. Я сомневаюсь, что плюс один тут так много решает, блядь. А кровавый эффект это просто вообще просто говно, блядь. Подожди, я отсюда тогда пришел. Почему-то я не заметил этот сундук. В прошлый раз я его не заметил, а в этот раз я даже не понял, что из него выпало. Слушай, а эти куклы, они вообще враждебны хоть, нет? Что-то я их аннигилирую, блядь, они меня вроде даже не трогают. Да нахуй, не то нужны, пусть ходят, блядь. Время на них тратить. Фарм с них все равно галимый. Убиваются долго, блядь. Большая свиноматина пришла. По-моему, я тут тоже бегал, нет? В какую сторону я тогда пошел? Лифт куда? Подожди, здесь клетка. Нет, все правильно, блядь, я отсюда шел тогда. Шел. Указатели бы хоть, блядь, нарисовали своей ебантейской локации, блядь. Хуяно, тут еще не пройти, да?
Появились лучники, смотрите-ка, ни хера себе, глазам не верю. Если бы с них хилки падали, я бы еще подумал, но с них и лута-то, блядь, никакого не падает. Ну, мобы без лута меня вообще не интересуют так-то. Там что, туманная дверь, что ли? Нет, тогда бы я знал, что кто там босс. Ну и луна. Подожди-ка, не здесь ли пауков была тьма? Блять, заебала эта нахуй локация. Куда тут идти, ёб твою мать? Ну и хуетация, бля, вообще, сука. Как же меня заебла эта игра. Настолько здесь все неприметно и одинаковое, что я, блядь, вообще нихуя в ней ориентируюсь, блядь, в этом пространстве. Я даже не знаю, мне надо стремиться спускаться или подниматься, что делать-то? Вот лут, кстати, смотрите. Лут, который просто исчез. Это, блядь, что, замануха была какая-то? Что-то посветилось, блядь, и пропало. Охуенно. Ай, да пошел ты. С них мало душ падает. Я лучше бомжей обычных буду фармить, блядь. Да и то выгоднее. С коммерческой точки зрения. Нормально зафармил, а? Везде эти клетки с кнопками. Такие скелеты были бессмертны в Dark Souls, если у тебя не топор небес. А они и здесь, блядь. За них нихуя не дают, смотрите. Вообще классно. Враги, за которых теперь даже кровь не дают. А, ты что за долбоёб, блядь, голову в кастрюлю засунул, на спор, что ли? Он похож на этого белобрысого, которого я встречал. На нем одета одежда студента, блядь. Университета Менсиса или как там, блядь. Там такие валялись. Микола ж, хозяин кошмара. Микола, блядь. Сука, с бессмертными мобами. Чё, догнать надо, что ли? Быстро уносится. Мне выносливости столько нет за ним гоняться. Вот это я понимаю, босс классный, блядь, вообще. Босс, которого даже не догнать, это, блядь, вообще классно. Не догнать, не попасть. Ты, я ебал.
У меня есть охуенная идея. Правда, дамаг очень дерьмовый. Надо было прострелить ему ногу. Эту хуйню я знаю, у меня такая же есть. Моя только так сильно не ебашит. Да здесь один босс пиздача другого, я смотрю, блядь. А, блин. Вспомнил, что сюда-то надо было подняться всего лишь в клетке. Я, блин, 2 шагов тогда до босса, получается, не дошел. Интересно, а если... Ну, блядь, они так и будут вставать. Пиздить его, этих миньонов. Хуйня, по-моему, полная. Сейчас его буду ревом чудовища сбивать нахуй и пиздить на полу, да и все, блядь. Вот и добегается. Надо только дождаться, когда он забежит куда надо, блядь. А маршрут у него, смотрю, вообще не меняется. Мне почему-то показалось, что он в тупик забежал. С одного удара рассыпался. А поэтому вообще не попасть. Прям. Во. Заебенчик. Хорошо. Как обычно, блядь, Авгур быстро срабатывает у всех, кроме меня, да? Да. Под прикрытием 2 бомжей драться очень интересно, блядь. Ой, блядь. Не тот босс, так этот, блядь. Не этот, нахуй, так тот, блядь. Ну, где эта мразь? А чё, если я сам сюда приду и двоим этим напиздюляю, пока этого нету? Это чё за звук был? Он воет. Так правдоподобно. Неприятная у него голосина. На нахуй твои 2, блядь, крипа. You next, motherfuckers. Если бы ебаный лук наносил дамага, как положено. Мне бы на его миньонов было бы давно положено, но, блядь, дамага нет, миньоны есть. Ах, блядь. Вот эта хуйня с озарением, это просто жесть, блядь. Сука, озарение, чем больше, тем игра сложнее, так нахуй оно мне тогда нужно, блядь, заберите меня его нахуй. Может, блядь, сколько там минимально надо, 40, да, держать, чтобы я остальные-то, блядь, потрачу, ебаный рот. Хули я их тут складирую, блин. Блять, косой ты, ебаный ты в рот, а. Блять, я просто в шоке. Ну в какой, блять, еще игре боссы такие, блять, а? Какой, блядь? Вы назовите мне нахуй. Такого не было в Dark Souls, блядь. Да он ёбнутый. Ну и направо, давай.
Почему я в этот раз, блядь, не могу в комнату загнать его? А это кто, интересно, на ступеньках приармянился, примастился. Этот процесс, он даже, блядь, в комментариях не нуждается. Блядь, незачем подчеркивать его уёбищность. Я думаю, что тут всем, блядь, видно и понятно, какое, блядь, это тупое говно, нахуй, этот Bloodborne, блядь. Почему в Dark Souls такого не делали? Потому что Dark Souls не старались сделать. А Bloodborne сделали на отъебись, чтобы слупить денег. Я, блядь, со скуки нахуй тебя отпизжу. Хоть кого-то, блядь. Ага, вот мы и на балкончике. Он присел? Серьезно, блядь? Заебись, в угол не попасть. Ладно, босс бегает. Хули мобы-то, блядь, бегают. Рот ебал. Пиздец. Да ты спамщик. Какой молодец. Почему сейчас рев дракона не сработал? Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns unending. Они хотя бы какое-то время, блядь, валяются, по-моему. Я его слышу где-то здесь, но, блядь, тут его нихуя нету. А, новый коридор открыл, заебись. Ну кого теперь ты будешь, блядь, призывать на помощь, мелкая шлюха?
Там босс немножко глючит, он в одном и том же месте появляется. А мне как? Хотел лут подобрать, но вместо этого заткнул его, блядь. As you once did for the vacuous room. Grant us eyes. Grant us eyes. Дай нам глаза, дай нам глаза. На западню так похоже было. Блять, я хожу и пытаюсь его разглядеть в этом ебаном тумане, это вообще уже заебало. А чё? Да кто бы сомневался, блядь. Всё, ты зассал. Туда только сверху, блядь. Наверх как. Но... Оттуда он не убежит зато. С них даже здоровье назад не вернуть после дамага с бомжей с этим. Легкомысленного Рома. Дай нам глаза, дай нам глаза. А Ром-то при чем? Глаза это слабоумие. The cosmos, of course. Let us sit about and speak feverishly, chatting into the wee hours of new ideas of the higher plane. Дарался. Петушок без яичек, блядь. Микола, твою мать. Чё-то он там забудет, блядь, хуй знает, что нарёт. Ебанаускас. Клетка Менсиса. А, о! Это и был Менсис? Или чё? Университет Менсиса, там чё, всем клетки на бошки надевали? Ёпта, бля, где это? Чё это? Где это? А-а-а! Там, где я спрыгивал, только, бля, теперь прямо можно пройти. Ну, хоть бомжи эти, блядь, непонятные по коридору не будут ходить. Да, в принципе, можно было босса из первого раза замочить, но, блядь, я так хотел его по-быстрому отпиздёхать, что пропускал атаки от бомжей. Ну, клетка Менсиса это вообще пиздец. По защите полный. Школа Менсиса контролирует духовную деревню. Эта шестиугольная железная клетка намекает на их странности. Клетка — это устройство, позволяющее сдерживать волю и видеть этот скверный мир таким, какой он есть. Это также антенна, которая облегчает связь с великими во сне. Но для наблюдателя железная клетка выглядит именно... Именно как, блядь, как нахуй, даже дописывать не стали, блядь, заебись.
Именно как железная клетка, наверное. Если я ее одену на голову, я что-нибудь увижу новое, интересно. Но здесь все равно нету этих ктулху, поэтому тут не на что смотреть здесь в железной клетке. Надо туда вернуться, в Ярном. Но босс, конечно, ебанутый все равно, блядь, как ни крути он. И озарение мне еще докинули, блядь, еще больше. То, что тут можно в этой игре что-то за озарение покупать, это, конечно, да, блядь, но ничего пиздатого там не продается, ничего такого сверхнужного тоже. Надо, кстати, посмотреть, может, что завезли за озарюху. А? Так, всякое говно. О, три осколка готовы мне продать. Три куска, вернее. Чаша предка для короткого ритуала. А уровень чаши какой? Быстрый поиск и доступ к подземелью чаши. Что значит быстрый поиск? О, из костной золы что-то, блядь, появилось. Нихуевая. Ну, вроде ничего, такой сет надо брать. А вот оружие не продают. Тон материал. Вау, 42 мне не нужно. Подожди, воу-воу. А, показывают, сколько у меня. Не, ну 20 озарений, это жесть. Но мне все равно нужно куда-то слить, блядь, кучу озарений, нахуй. Значит, что-то слишком тяжко, блядь. Ну, блядь. В плане огня и защиты от всякой пизды немножко получше, блядь. Если с огненными дерешься, а так говнище, конечно, редкостное. Гетры. От огня и молнии выше зачем? Этот сет смотрелся бы лучше без этой ебланской шляпы. Потому что мне кажется, что в нем я как-то быстрее кувыркаюсь, не кажется? Что на нем написано-то хоть? Хранители сон великих. Понятно, сон великих, вся хуйня, очень-то все, блядь, хорошо и радует меня безумно, блядь, а продолжение будет в следующей серии, так что жмите, что-нибудь пишите, блядь, я бы снес эту игру с удовольствием. Какая хуйня.